Дубль номер два. Приехали опять на тот же платный пруд. Вот только закинул удочку. Сегодня приехали пораньше. Приехал я с другом. Посмотрим, что из этого получится. Повело. Вот он первый. Хороший карасик. О, какой. Вот он первый. Хороший карасик. О, какой. Ой, блин. А повел-то, повел-то. Покрупнее. Все же перо гусиное прикольно. Видна малейшая поклевка. Опять повело уже. Еще один. Ушел. Ну не беда. Вот он, восход уже солнца. Сейчас пойду месить прикормку и закидывать донки. Проклевываться пока карась, карпа нету. Ну подождем. Он тут стоит. Чукарь поймал карася. Вон он. О, ушел. Я думаю, что тут плюхает. Нет, нет. Блин, где крупный? Зови своего папу, маму, дедушку. Что, Дима? Солнышко. Чего у тебя, Дима? Вы пока еще не проснулся, да? Да, вставай. Ты бросай только это аккуратно. Подальше старайся. Закаляй. Не, на самом деле клюет, значит есть карасики. Они небольшие, нам поклевывают. Пошел, я тоже ловить, думаю, там, наверное, через сожрали. Он поплок укладывает. Идем. Тащи. Значит, понял, да, Дима?
И червя насаживают по центру, прям бери, прям вот смело по центру. Он так быстрее заглотит и лучше будет поклевку видно. Турист. Сосиски, сало, курица, чай. Перебазируюсь на другой берег. Сейчас будем вон там искать где-нибудь место, потому что там вон волна, поклевок не видно. Из рыбы у нас пока что вот и вон. Да. Сейчас будем вот тут пролазить, место он есть. Явно пошло не так. Ну, у меня такая, у него. Ты сможешь? Ты просто вот сорви это. Вообще идеально. Чё-то. Димон, это призвание, знаешь, это судьба. О, Димон, вон туда прям бросать можно. Думаешь? О, у меня клюет. О. Хорошенький, Дима. Угу. Звонит? Вот, докинул, да, короче, фидер тоже. Пока он на поплавок карасик поклевывает. Ждем карпа. Такие вот карасики на удочку клюют. Во. Вот такие вот. Хорошо, что крючки покрупнее купил, видимо. Без проблем, сейчас сделаю, сейчас оставлюсь. Так, прикольно. Земли даже накопаю. Там трава. Из-под. Задолго? Сейчас еще одна. И прикорм какой-то покупной. И то я чуть-чуть прикормки добавил. И вновь крупненький. Ты забросил, короче, это. Не подумал, да? Тут, короче, пока привязывал и на удочку, и на фидер уже что-то клевал.
это есть. Упирается, хорошо упирается. Не особо прям хорошо, но упирается. Тоже неплохой карасик. Все перепуталось что-то. Ну хоть карася, Дима, нам дербанил. Да, Дима? Да, вот дербанил. Не пойму. О! О! Что-то есть. Карасик вроде. Хорошенький. Давай. О, хороший. Диман, только возьмите с обоих кончики другие. О! Куда? Куда? О! Ого, что-то, блин, что так долбит, нормально. Да ничего себе, верхоплавка. Да. Неплохая такая верхоплавка. Ух. Верхоплавка так верхоплавка, да, Диман? Вон на все. Короче, ну и удочка. Не, ну я тоже, Диман, не могу просто так, чтобы не зацепить-то. Хорошенький, да, Дима? О! Чё-то на донку прокрыть. Да. Не, вроде ничего. А, не, есть. Тарасевич. Крупный-то какой, крупный, ой. Ух ты, блин, у меня там и на удочку, походу, увело. О. И на удочку. Да, ну покажем ему, да? В принципе, рыбу-то можно будет показать, да? У нас до вечера все без пирала. Да? Аж высвечивает, дает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О! О! Что-то клюет на этот тоже, блин. Все, сейчас будет вытаскивать, наверное. Да, что-то там, походу, попалось. Леда перестала. Несы. Так, лежи пока. Что-то на удочку клюет. Блин. Так тащит. Что-то мне на фидер отбой.
Не уж только с кормом. А я думаю, что-то меня не клюет. Потерял я свой чуть поплывок. Он поплывок, короче, валяется, оторвался. Сначала был зацеплен. Теперь, короче, смотрю, поплыл. Отцепился. Плыл, короче. Смотрю, клюет. Навряд ли, блин, далековато. Блин, прям чуть не хватает. Он его аж топит. Прям немного. Чуть-чуть не хватает. А заливать так не хочется. Давай к берегу, братан. К берегу подплывай. А наоборот от берега, гад. Так, что сделать бы? Подойти ближе, блин, никак не получается. Ладно, сейчас буду разуваться. И попробую подойти поближе, пока не уплыл. Буду разуваться и заходить в воду. Почти, сейчас придется разуваться, он, блин, чуть там далеко. Вступил на воду мокрую. Блин, гад, кот поплыл. Тихо, тихо, пацан. Не надо плыть. Стой. Подожди. Да, я тебя достану. О, о. Аж топит. Тихо, тихо, тихо. Меня? Блин, засасывает такая гадка-то. Ушел. Вообще шуганул. Потихоньку, потихоньку. Так, потихоньку, потихоньку. Там небольшой карасик. Вот она. Правда, весь промок нафиг. Но я это сделал. Там что-то сидит. Ой, неплохое такое вроде. Упирается так. Хотя, может, мелочь, не знаю. Непонятно пока. Пока тащу.
Ага, ну такой же, короче, карась, как и там попался. Чуть не упал, чуть не сошел, ты прикинь, Дима. Че у нас тут вообще? Диман, как тебе? Ладно, ладно, успокойтесь, успокойтесь. С этой рыбиной, которая заглотила. А может быть, кстати, он и стоял с ним? Карасик. На фидер. Угу, мелкий. Да, ну в принципе не нормально. Стандартный карасик. Хороший вроде, а может не хороший, но что-то есть. Карась сидит. Сел, блин, гад, и сидит. Молча. А? Что-то походу есть. На ту донку. У меня аж в воду упал этот мошекарп. Да. Вон аж этот. В воду упало. Сейчас просеку. Не знаю, что-то вроде. А, что-то вроде есть. Что-то как легко идет. Карасик. Нормальный. Червей их обожрали. Кашу сожрали. Фидер, давай. Не, не дали. И все, что-то пощипало. И все. Что-то есть. Ладно, не заброшу. Что-то вроде есть. Ага. Что-то водит. Карасик. Дмитрий Высоцкий, скоро обгоните меня? Мелкий, весь щукой подболганный.
сидит. Угу. Есть что-то. Карасик. Уж неплохой. Сидит. Красавич. Ух. Диман. Карпик, походу, был. Ага. Зашел. Ну, небольшой такой, маленький. Грамм, может быть, 700-800. То, что был прям такой желтый-желтый. Что мне нужно? Ну, что-то есть. Угу. Вроде водит. Ага, сидит. Карасик. О, у меня там поплавок сам водит уже. Какой красавец. Блин, тихо-тихо, куда ты? Плоский. Блан, убийца карася. Ну, еще будешь? Все, тишина. Чё-то сидит. По крайней мере, сидела. Ого, ведет. Ну-ка. Один точно вижу. Второй вижу. Дуплет нафиг. Во. Дуплетина просто. Вот так вот надо ловить. На убитый карася. В деле. Что-то поклевывало. Ага, что-то зацепил. Вроде без рыбы. А нет, карасик. Небольшой. Сразу же прям клюнул. Не успел закинуть. Сразу вот он, карась. Аж натягивает. Уводит. О, получше. Диман. Как тебе? Хорошенький. Глянь, этот убийца карася реально работает. Реально убивает. А?
пришел по воде. Сейчас вон карасики проклевываются. Вон они, два штуки. Чё-то клюет. Похоже на карася. Тут мужик карпов ловил в прошлый раз. Завершающая донка, последний карасик, вот, надо собираться уже домой, уже клев вообще практически сошел на нет, вот такие дела, подошла к концу, Диман наловил, я наловил. Ну, поможешь эту фигню откроешь? Вот это. Сейчас вот так. Да. А я буду пересыпать. Неудобно. Вот. Ну, почти ведро. Вот они. Один. Хороший. Много таких было. Где тут самый крупный? Вот, неплохой.